Всех приветствую на нашем канале, это рубрика «Мужская кухня». Сегодня хочу с вами поделиться рецептом, как приготовить очень вкусную, сочную, пряную скумбрию по-гамбургски. Готовится несложно, а получается, как всегда, вкусно, быстро и полезно. Приятного просмотра! Для приготовления я буду использовать две крупных атлантические скумбрии, которые я заранее разморозил, почистил и промыл. Как почистить скумбрию, не разрезая брюшко и не отрезая голову, есть видео у нас на канале. Внизу этого видео будет внизу в описании ссылка. Для посолочной смеси я буду использовать соль, сахар, зерна кориандра, зерна горчицы, смесь черного и душистого перца и 2 лавровых листа. Название, количество и вес будет внизу в описании этого видео из расчета на 1 кг. Сейчас я буду смешивать все эти специи, измельчать на кофемолке. Поставлю 1 литр воды, чтобы она нагревалась. В эти времени не забудьте подписаться на канал, кто не подписался. Нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Приятного просмотра! В 1 литр кипящей воды отправляю подготовленную соль, сахар и измельченные специи. И все размешиваю. Довожу еще раз до кипения, выключаю и даю остыть данной посолочной смеси. Посолочная смесь в холодной воде остыла до комнатной температуры. Отправляю в подготовленную рыбу. Беру подготовленную, уже зачищенную и промытую рыбу. Как говорил, я очистил ее без разрезания брюшка и отрезания головы. В середине она чистая. Удаляю у этой рыбки хвостики и отправляю в пищевой контейнер. В пищевой контейнер отправляю подготовленную, остывшую посолочную смесь. 1 литр. Открываем жабры, чтобы воздух оттуда вышел. Попала полностью посолочная смесь вовнутрь. И накрываю бумажной салфеткой, для того, чтобы сверху не обветривалась. Убираю в прохладное место или в холодильник на сутки. Через сутки рыба будет готова. Итак, мои хорошие, прошло 24 часа. Скумбрия постояла в холодильнике, очень хорошо просолилась. Очень приятного аромата пряностей, целенькая. Сейчас я оботру эту скумбрию бумажными полотенцами. Буду нарезать и подавать к столу. Итак, мои хорошие, вот таким способом можно подавать скумбрию к столу. Как вы видите, очень сочная, приятного аромата, нежная и, самое главное, вкусная и полезная. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Кому это видео было полезно, поддержите меня, ставьте пальцы вверх. Кто не подписался, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Просматривайте другие видео в наших плейлистах. Живите вкусно и творите сами вкус своей жизни. До новых встреч, до новых рецептов и до новых видео. Всем пока-пока!